И по следам автомобильных колес вокруг памятника неизвестному матросу. Полицейские установили личность и оштрафовали горе-водителя, который дрифтовал на Аллее Славы на прошлой неделе. Об этом сообщил начальник управления патрульной полиции Юрий Рыбак на своей странице Facebook. Владельцем джипа оказался военнослужащий. Помимо штрафа, мужчину привлекли к дисциплинарной ответственности. Выдали наглеца черные номера на авто, которые обычно выдают военным. Правонарушителя зафиксировали камеры наблюдения, видео моментально разлетелось по соцсетям и вызвало общественный резонанс.